Дорогие друзья, добро пожаловать на мой канал. Распускаются глоксинии, радуют своим цветением новые сорта и уже полюбившиеся. И сейчас поближе покажу вам, что уже расцвело. Это ночная симфония. Очень много бутонов заложила. Темно-фиолетовые, яркие цветы с таким узором, как тигринным, внутри самого колокольчика. Цвет прям темный-темный. Интересный узор по лепесткам идет. Цветоносы короткие, крепкие. Розетка компактная. Будет фиолетовый шар. Это распускается малиновый звон. Тоже крепкие, короткие цветоносы. Яркий такой малиновый оттенок с мелким крапом, уходящим в центр желтого бутона. Крупные цветки, примерно 11-12 сантиметров. Тоже много бутонов заложила. Будет красота. Очень долго держатся цветоносы, как на этой, так и на этой розеточки цветут почти 12-14 дней. Это сорт тальяночка. Белые цветы с мелким-мелким красным крапом. Такой махровый трехрядный цветок. Короткий крепкий цветонос. Держит бутон. Тоже много цветоносов. Это ЕН Фанданго. Ярко-красные цветы небольшого размера. Это маленький клубенек. Большой клубень в прошлом году цвел. Цветки были гораздо крупнее. Цветоносы средней высоты. Ну, стоячие, считаю, немного вот наклоняются со временем, ну, как бы не критично. Вот такой цветок. Это сорт Love, магическая страсть. Темно-темно-фиолетовые цветы, такая кайма темно-фиолетовая. И красивый узор по лепесткам. Внутри бутон желто-кремового цвета. Розетка растет крупной, и цветоносы у нее высокие. Бутон очень крупный, 12 где-то сантиметров есть. Красивый сорт. Бутонов здесь немного. Молодой клубенек. Красота. Это ЕН Чикаго. Пришлось подставить подпорку, так как все листики уже отрезаны, и она стала качаться. Крупные цветы махровые, таким сиреневым оттенком красивым. Узор горошками и белая серединка. Розетка компактная. Цветоносы невысокие, но вот из-за того, что уже отрезаны все листья, пришлось подвязать ее. Так, продолжает цвести белый кот. Потрясающий. И тоже все листики уже срезаны и отправлены. Очень всем понравился, так же, как и мне. Красота.
постепенно открываются бутоны. Вот сейчас 7 бутонов, нет, 6 бутонов открыто, и первые уже начинают немножко жухнуть. Там еще их очень много. Так что сорт обалденный, понравился. Так, это сорт ЕН Лилуша. Маленький клубенек, большой клубень в прошлом году цвел. Цветки крупные очень. Такой вот бордово-вишневый оттенок. И мелкие-мелкие, как пузырьки, по всем лепесткам идут. Тоже красивая. Немножко цветоносы здесь получились у меня длинные. Вообще цветоносы крепкие, короткие. Ничего страшного. Но пока они держат сами себя, ничего я не подвязывала. А большой клубенек в прошлом году цвел прям крупным цветком, красивым. Не успела его показать, может, в этом году покажу обязательно. Это распускается ен, игривый лосось. Цвет обалденный. Розовая такая. Цвет просто шикарный. Розовый лосось. Цветок пока не крупный, но вообще тоже очень крупным будет. Только раскрылся сегодня. Там интересная серединка уходит такими ручейками вовнутрь. Тоже много бутонов у молодого клубенька получилось. Компактная розетка, листики небольшие, аккуратная. Это расцветает ЕС Грейс. Тоже много цветоносов, молодая совсем розеточка. И вот такие вот цветы начинают открываться. Мелкие такие пузырьки, как ручейки, растекаются к краям лепестков. И широкая сиренево-розовая, даже можно сказать, кайма. Вот уже 4 цветоноса открывает сразу. Цветонос тонковатый, но я думаю, что это все-таки, так как молодой клубень, еще мало сил у него. Будет побольше, будут цветоносы покрепче. Но они стоячие, вот никаких подпорок нет. Тоже будет красота. Смотрела, что цветы более крупнее, но так как она заложила столько цветов, думаю, что будут у меня в этом году помельче цветения. И вот такая вот еще красота из семян. В прошлом году она у меня не зацвела. Короткий, крепкий цветонос. И потрясающий малиновый цвет. Рисунок такой, узор идет по лепесткам. И впечатление, как будто голубая кайма идет по краю. Чем-то она меня зацепила. Посмотрим, как возьму листики на укоренение. Посмотрим, как она повторит свои качества. Вот так. Цветок крупный, 11 точно сантиметров есть, бутончиков много. Буду пробовать вырастить еще. Если повторит, обязательно с вашей помощью тогда дам ей имя. Вот такой небольшой обзор, что сейчас
уже расцветает. Конечно, впереди еще много новых сортов. Буду с вами делиться обязательно этой красотой. Всем удачного выращивания, пышного цветения и до новых встреч!